Я возвращаюсь в точку, где дороже стоит наша жизнь. 2011, усердно тру я лампу Аладдина. Хочешь знать, что я когда-то загадал? Не вопрос, окей, сажусь за круглый стол и щедро наливаю джина. Первому была моя жажда быть сильнее, чем вчера. Пахать как муравей и получать за это уважение. Но настал тот день, когда вдруг не почувствовал тепла. Не видел рук, но мое сердце захотело продолжения. А вторым я загадал, чтобы светил зеленый свет моим родным и тем, с кем временами разделяю ужин. Но как понял, если есть в кармане пачка сигарет, то все в твоих руках, ты можешь сам, и сам ты можешь лучше. Если я с любимой где-то провожаю закат, она так смотрит, что я прям готов сжигать города. Третьим желанием было, чтобы все познали любовь хотя бы к 30, ну или к моим 40. Иногда лучше промолчать, чтобы услышали. Лучше исчезнуть, чтобы заметили. Слова зачастую бывают лишними, и я не привык бросать их на ветер. У микрофона мистер, извините. Это снова я, мистер, excuse me, I'm sorry. Это тот, который просит, пожалуйста, отъебитесь, но его почему-то никак не оставят в покое. Это тот чел, который на повторе качал в твоем моторе году еще в 2007. И пусть уже он лет 5 не выпускал сольник, почему-то не пропадает интерес к его персоне. Он может полнейшую хуйню исполнить, но ему не будет стыдно, потому что он вообще ничего не помнит. И пока все вокруг парятся о его здоровье, он бабочек спокойно ловит в ближайшем Подмосковье. Локтем на подоконник, латы в картоне, рама оконная, за рамой пашет садовник. Наводит порядок на моей территории, я этот процесс контролю. Я сам собой доволен, я себе не изменял, я снова пропал надолго. Дел у меня нарисовалось слишком много. Я заебался извиняться перед вами, хули толку? Если вдруг я спотыкнусь, мне близкие помогут. Пока все живы, здоровы и слава богу, стрелки крутятся на ходиках потихоньку. Еще очень далеко до подведения итогов. Итоги мы подведем, стоя у дверей морга. А пока по мелочам меня не стоит дергать, исключительно только если что-то серьезное. Девочка, я смотрю, ты научилась неплохо тверкать, но твой поезд ушел давно, к сожалению, поздно. 27 км на юго-запад от Москвы. Тут Леша и Антон, аппаратура и комната маленькая. PlayStation, NBA, Lakers против Бостона. В том самом домике, который построил Алекс. Иногда лучше промолчать, чтобы услышали. Лучше исчезнуть, чтобы заметили. Слова зачастую бывают лишними, и я не привык бросать их на ветер. У микрофона мистер, извините. Это снова я. Excuse me. Люк гэнг. Гэнг фэмили на губа. Excuse me. Этот рэпчик должен быть записан. Бич занимает весь. Yo, just speak, but...